В России активно формируется предпринимательский класс, не связанный с приватизацией 90-х годов. Его необходимо поддерживать. Об этом заявил Владимир Путин на заседании экономического совета. Вместе с тем президент предупредил, бизнесмены не должны решать свои проблемы за счет граждан. Так глава государства отреагировал на предложение ввести новый потребительский налог. На заседании речь также шла об упрощении таможенных процедур, инвестиционном климате и снижении административных барьеров. Особое внимание к ситуации в строительстве, где предприниматели по-прежнему сталкиваются с бюрократизмом и волокитой. Треть мероприятий по принятым дорожным картам, к сожалению, в срок не исполнена. Целый ряд предложений бизнеса застрял, к сожалению, в межведомственных согласованиях. Порой ведомства предлагают ограничиться чисто косметическими мерами. Наибольшие проблемы в строительстве пока, к сожалению, сохраняются. Здесь больше всего сложностей. Надо прямо сказать, здесь динамика изменений практически не меняется, к сожалению. В том числе так и не сформированы прозрачные механизмы выделения земли под застройку. Не утвержден исчерпывающий перечень разрешительных документов на строительство. Дело совсем не в рейтингах, а в том, что из-за отсутствия внятных решений мы не дополучаем миллионы квадратных метров жилья. А бизнес по-прежнему месяцами, а то и годами добивается разрешений на строительство новых предприятий. Новых объектов. Нужно сделать так, чтобы лучшие практики, а они у нас есть, внедрялись повсеместно, чтобы из нормативно-правовой базы были убраны все преграды, мешающие застройщикам нормально работать.